Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами проходить игру Mother in Abyss, или как в переводе на русский, созданы в бездне. В общем, друзья, промучились мы в прошлой части. Так, что тут у нас в ящике? В ящике у нас ничего. В общем, промучились, друзья, мы в прошлой части в поисках квеста. У нас же висит, друзья, квест. С вами на. Вот, неизведанная область. Исследуйте прыгающие скалы. Неизведанную область. То есть все квесты мы выполнили, остался только этот. Вот. Ну и мы в прошлой серии не могли никак найти, пока мне не скинули в Discord уже примерно видео, где это все находится. Поэтому отправляемся снова в бездну. Так. Hey, you. I need your help. Привет, мне нужна помощь. Я бы хотела есть пищу, которую едят только пещерные рейдеры. И не туристический вид. Вы знаете какое-нибудь особенное блюдо, подобное этому? Ну, я знаю только... еду, которую готовила Рика. Это очень плохо. Я надеялся, что смогу попробовать кулинарию, которую можно найти только здесь. Так, я так понял, это побочное задание, нам не надо. Так, отправляемся, мы готовы, поехали. Я, друзья, чаёк попиваю. Чаёчек попиваю и в бездну спускаемся, как вам? Так, у нас, друзья, есть кирка. В общем, мы шли с вами, друзья, правильно. Мы правильно шли тогда. Первый раз, когда вот там вот на гондолу спускались, вот там мы правильно вроде шли. Вот, поехали еще раз. Так, а мы что? У нас появилась какая-то... Ага. Ага, то есть мы выполнили это условие, да, собрать 50 из 50. Вот, мы же еще, друзья, с вами с дуру набрали дофига побочных заданий, так что... вот, будем потихоньку их выполнять. Вот, и основные квесты будем выполнять. Короче говоря, поехали. Вот, побежали. Вот, также, друзья, мне рассказали, что вот этот вот сюжет, это как бы сюжет после того, как Рек и Рико уже ушли в бездну. Вот. Так что, друзья, спускаемся там, где мы были. Здесь мы все собрали. Спускаемся. Чаечек прям вкусный. Вот, я еще себе и хочу чашечку заказать из созданного в бездне. Так что... так что да. Так, мы не будем отвлекаться на белочек всяких. Ну, камушки по возможности мы, конечно, будем эти добывать. Где там у нас... Ай, больно. А я не вижу, где этот нас. А вот, увидел. Так, белочка, не надо, не бери. Вот, по возможности мы будем вот эти все камни... Ну, не по возможности, а обязательно будем. Так, ждем, пока проклятие бездны пройдет. Вот, так что мы в прошлой серии немножко протупили, я так скажу. Вот, не немножко, а полностью протупили, потратили кучу времени.
Друзья, я хотел спросить еще, не спросить, а посмотреть, насколько с вами... насчет вот этого. Смотрите, друзья, мне объяснили. Вот видите, красный свисток, он подсвечивается такой вот голубой по контуру. Мы можем это разблокировать, это типа очки навыков, типа комбо-атака, теперь вы можете дважды атаковать киркой. Вот, то есть это разблокируем. Получено имя. Навык. Вот. Все, видите, мы потратили очки способностей, все. Дальше мы, соответственно, разблокировать не можем. И теперь вот так мы можем, друзья, атаковать. Кстати, я об этом тоже узнал от подписчика, так что спасибо огромное подписчику Регу. Вот, ник у него Рег. Вот, Рег Сосу. Если он смотрит эту серию, огромное ему спасибо за то, что подсказал, я не знаю. Вот, теперь давайте, вот так мы, по идее, можем с одного удара сокрушать это все дело. Вот. Короче, это очки способности, как вы уже понимаете. Так, раскопки. Вот, нам нужно на вот эту гондолу, друзья. Вот она. Так, а давайте что-то мы съедим, которое восстанавливает здоровье. Вот. Белочка, не надо. Я лечусь. Так, ну это, я так понимаю, полностью восстанавливает ХП. Нам как бы полностью не надо. Так, меня хоть слышно, я хоть записываю, потому что ОБС иногда бывает глич. Поехали. Так, нам надо будет, кстати, еще поесть. Вот. Теперь нам надо вперед. Так, белочка. Давайте демонтируем, пока не поздно. И это. Да. Вот, теперь нам нужна карта, соответственно. И нам нужно попасть. Вот сюда, друзья, вот сюда и вот сюда. Вот, это помните этот корабль, походу, где Рег и Рико были. Друзья, слушайте, а кирка нормально так бьет? Я вам так скажу. Так, на белочек мы не обращаем, друзья, внимания. Мы идем по своим делам. Так, это у нас, я так думаю, побочное задание, да, вот. Ага. Кстати, вот этим вот чудиком надо подходить сзади. Сзади. Егор обнаружен поломанные обломки почтового шара. В ходе обыскания внутри было обнаружено письмо пещерного рейдера, написанное его семье. Имя решает пока доставить письмо. Решает пока доставить письмо в гильдию пещерных рейдеров. Письмо пещерного рейдера. Ага. Ну нахер, там босс. Друзья, там босс как? Так, давайте, знаете что? Давайте мы покушаем чего-то, да? Слушайте, там босс. Там этот краб, помните, который мы с Рико и Регом? Я, если честно, у меня нет желания с ним сражаться сейчас. Мы не подготовленные, мы вообще считайте... Так, мне нужна сохранка. Когда последний раз было сохранение? Загрузить. Последний раз, час 33.
15. А, ну в принципе не так много мы потеряем, если что. Окей. Окей. Давай. Мы ему вообще снесли хп? Хп, мы ему снесли хп. Подходи туда. Все, я понял, как с ним бороться. Мы ему реально сносим хп. Блять. Вот это, друзья, нельзя делать. Вот от этих... Больно. Лечись, пожалуйста, брат. Ху-ху-ху, демонтируем. Так, а у нас сколько вообще в рюкзаке мест? Нормально еще, но кирка наша почти сломалась. Мы, нам нужно новую кирку. А мы можем создать? Можем создать вообще? Так, создание. Оружие. Кирка, топор. Кость животных. Так, ну давайте мы немножко белочек с вами порубим. Так, и оружие. Так, еще последнее. Ну ладно, мы, в принципе, протянем. Так, вода немножко забагалась. Ну, мы, друзья, с вами победили босса, в принципе. Я думаю, это хорошо. Так, давайте мы все эти камешки соберем. Нам нужна белочка. Нам нужно будет покупить белочек еще. Нам нужна еще последняя кость животных. Так, а зачем я это использовал? Я не то нажал. Все, мы кирку потеряли с вами. Так, друзья, а что мы можем создать вместо кирки? Топор. Слушайте, ну давайте топор сделаем, да? На кирку у нас нет материала пока что. Нам просто нужно будет чем-то отбиваться. Так, ну мы топор, если что, сможем сделать в любом случае. Вот, а вот давайте еще скрафтим с вами еду. На 2. Вот, вот так. Прыгающая скала. Ёбушки-воробушки. Вот, друзья, куда нам нужно было. И вот куда нам нужно было. Вот. Всё. Так, я предлагаю сделать, друзья, топор. Я вот реально предлагаю сделать топор, так как...
И я предлагаю сейчас сохранить. Сюда сохранимся. Так, а как у нас создание? Я что-то подзабыл. Да, вот это реально, конечно. Так, кирка, топор. Сделать, поехали. Вот, ну посмотрим, друзья, что такое топор. Может, он быстрее как-то бьет, я не знаю. Топор, оборудование, да. Так, в любом случае мы на белочек не будем пока что отвлекаться. Вот, да, друзья, спасибо, кто подсказал мне вот этот вот квест, прыгающий в скалу. Я бы сам не справился, честно. Вот, я думаю, это вообще где-то, ну, прямо рядом, рядом. Так, а удочки у нас нет с собой, чтобы порыбачить, нет? Удочки у нас с собой нет. Печально, жалко рыбки, жалко. Ага, то есть два удара надо. Нажать. Продолжаем. Вот, реально чай прям просто вкусный чай. Так, девочка, не надо. Зачем ты меня бьешь? Ну что я тебе сделаю? Ну я ж добрый. Вот я вот, я пришел с доброй душой, девочка. Так, нам вот сюда вот. Ух, друзья, как это было долго. Зачем я это использовал, если... А, я это обязан был использовать, понял. Вот, спускаемся потихоньку понемножку. Так, ну и, друзья, топор, у него мало урона у топора. Нам предлагают с ним сейчас драться. Сюда. Мы можем сбежать отсюда. Следуй за мной. Добро, добро. Пошли. Беги быстрее, пожалуйста. Это было близко. Нам повезло. Да, вам реально протонуло. Но где мы? Мы? В любом случае, как насчет поискать выход? Побег с исследованной области. Хорошо. Так, с нами теперь друг. Тиаре. Тиаре. Это ты будешь как Рэг, да? Ты будешь зависать постоянно. Ты будешь кричать постоянно. Ты будешь меня долбить постоянно, а, Тиара? Я не пойму, это мужик или баб? Риторический вопрос такой. Так, что по созданию кирки? Мне нужна, друзья, кирка. Если бы я знал, что мы... А, я так понял, с каждым новым уровнем дают это.
Так, ладно, это пока что нет. Мне нужна кирка. На кирке у меня нет материала. Ну, супер. Откуда сохранили? 20-10, ну, 2 минуты, в принципе, не так страшно. А! Ну, в принципе, мы ничего особо так не потеряли, так что... Яры, ты будешь со мной спускаться? Вот, я не представляю, друзья, как мы... А мы точно сюда спускаемся? Погодите. Мы точно сюда идем. И у нас как бы два. Основной квест. Объект не следует. А. Яры! А, у тебя тоже топор? Да ладно. Так, давайте мы уже залезем. Не знаю, правда. Можем ли мы? Залезем вот этот камешек. Смотри, попробуем. Ну, ждем, пока проклятие спадет. Да, если, друзья, мне не подсказали, мы до сих пор прыгали, бегали в поисках этих скал. Так, давай я покушаю. Перекушу. О, хорош. Так, нам надо сюда, да? Яры, может, без белочек обойдемся? Ты сейчас помрешь, тиран. Друзья, я вам скажу, для красного свистка это очень большая глубина. То есть 700 метров это очень большая глубина для красного свистка. То есть ему не выжить. Не, ну мы с вами, конечно, выживем. В любых условиях выживем. Мы же с вами... Мы же с вами что? Мы же с вами типа черные свистки. Разве ты как черные свистки, так что. Уже стемнело. Но мы не смогли найти выход. Ну да. Я думаю, мы должны разбить лагерь на ночь. Прямо здесь. Хотите? Хочешь поужинать нашей едой? Пути по очереди смотреть, спать и спать. Так, хорошо. Нам за повышение уровня, друзья, дают новые навыки. Я до сих пор не могу в это поверить. Я действительно... Занимаюсь пещерным рейдом в бездне. Да. Вы уже проснулись? Думаю, нам еще слишком рано переключаться. Понятно. Наверное, трудно спать в такой ситуации.
Даже после всего, через что мы прошли, вы все еще... даже через все, что вы прошли, вы все еще хотите продолжать путь пещерного рейдера? Ну, конечно, я хочу встретиться с Наночью, чё? И дать Бандрюду звездюлей. Ну, я тебе же объясняю, почему. Я хочу встретиться с моей любимой Наночью, дать Бандрюду звездюлей, причем это мягко еще сказано, ну, давайте не будем. Вот, так что, вот почему. Я хочу достичь... Вот так. Вы хотите достичь дна бездны? Значит ли это, что вы хотите... Значит ли это, что вы хотите стать белым цветком? Понятно. Несмотря ни на что, ты красный цветок, у которого есть мечта. Естественно. Я понятия не имею. Ты как та девушка по имени Рика. Естественно. Мы целеустремленные. Я целеустремленный человек, который добивается всегда своего. Ага, та самая Рика, которой восхищается Доротерия. Я слышал, что она была в нашем приюте. Но она взяла напарника и отправилась на дно бездны. Именно так. Рика ушла незадолго до того, как мы приехали. И так что, к сожалению, я ее тоже не встречал. Я никогда никому... Извиняюсь, я никогда никому об этом не говорил, но моя цель такая же, как и у вас. Я хочу стать белым свистком и спуститься на дно бездны. Молодец, молодец, Тиара, ты молодец, ну понимаешь, вот с кого надо брать пример, с нас. И с Рико с Регом, это мое желание. Целеустремленный человек, я вот, вот это я одобряю. Доброе утро. Доброе. Я думал о нашем плане на будущее. Так, давай. Мы не вернулись после полной ночи, так что я думаю, что нас будут считать пропавшими без вести. Однако лидер знает, что мы совершали набег на пещерный рейд области с этими... этим мыслям. Есть большая вероятность того, что здесь прибудет поисковая группа, но я не знаю. Итак, как насчет того, чтобы поработать вместе? А я только за, я ж за, я за совместную работу. ОБС записывает. Хорошо, тогда давайте сделаем это. Надеемся, что у нас все выйдет. Ну, что выйдет у нас. Да? Побег неисследованной зоны 2. Так, хорошо. Ну вот, человек тоже хочет спуститься на дно бездны. Вот это, друзья, я одобряю. Так, а нам надо, наверное, пролезть сюда, да? А, белочку, да, кстати. Нам надо белочки. Нам нужны эти белочки, чтобы скрепить их. Так, а ты имеешь понятие, как нам спуститься, да? Или вообще подняться? Демонтировать. Так, ну смотри, я... как бы я хотел туда проникнуть. Спуститься здесь я не вижу, где можно спуститься. Я вообще не вижу, где здесь можно спуститься. Так что, Тиара, давай, собирайся. Сейчас будем лезть наверх, только не забывая о проклятии бездны. Так что... Можешь не кричать, пожалуйста, так что... ждем. Вот так, понял, Тиара? Вот как только вот у тебя становится немножко фигово, сразу вот так вот
останавливайся и ничего не делай. Потом продолжай дальше двигаться. Таким образом ты будешь восстанавливать, я так думаю... Да, таким образом ты будешь восстанавливать себе... выносливость и не подвергнешься проклятию бездны. Ну, видишь, опять. Это не сложно. У нас скоро, кстати, этот сломается. Так. Яра, нам нужно еще сейчас будет подняться. О, белочка, спасибо. Мне... Так, а у нас уже хватает как бы этого, кости для создания? Для создания оружия. Недостаточно, нам нужен твердый камень. Так, и нам нужно будет покушать Киарен. Спасибо. Вот, я мясо это, я думаю, буду выбрасывать, потому что оно мне, друзья, особо так не надо. Пускай будет так. Так, тиары демонтировать. Вот. Нам нужны кости с белочкой. Так, я хотел, друзья, покушать еще. У нас есть 8 плодов. Тиары там сзади. Там сзади у тебя, как бы. Бегу, 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 бегу. Еще бегу. Все, Тиара, побежали. Хватит там белок лупить. Все, поднимаемся. Давайте посмотрим на карту. Нам по факту надо назад. Вот так мы, друзья, не спеша, так. Не спеша вот так мы поднимаемся. Аккуратно, вот, все. У нас там какая-то бабочка хочет отметь. Это мини-фапута, скорее всего. Мой. Так, мы подвергнуты проклятию бездны, ждем. Тиаре. Ну да. Белочек ты должен его убить, так как... Так. Горнец все еще снаружи, вы можете уйти отсюда. А нам куда? Нам сюда? Нам сюда? Нам сюда? Ты говоришь на русском «давай»? А,
Я просто сейчас знаю, что он упадет, и поэтому я следую. Я думал, ты меня херачишь. Так, друзья, я считаю, что нам не нужно отвлекаться на этих грёбаных животных. Вот летит еще. Они нас дамажат, но... Так, давай ты сейчас тоже будешь лезть. Я. У нас так скоро этот сломает. Да, оружие нам надо срочно, причем. Яра, молодец. Глупее этих. Наступила ночь нашего второго дня. Не думаю, что они будут продолжать поиски ночи. Будем надеяться, что завтра они придут нас спасать. Ну, будем надеяться. Так, извиняюсь, давай разобьем лагерь. Давай. Давай разобьем лагерь. Я не против. Ты всегда выглядишь так, как будто тебе очень нравится. Вы чувствуете себя по-другому в этой ситуации? Думаю, это сон. Думаю, этот сон невозможно остановить. Вас также привлекает очарование бездны. Да, скажу по секрету. Хотя я немного отличаюсь от вас. Несмотря ни на что, мы совершаем набеги на пещерные рейды. Я чувствую, что могу проснуться и оказаться в постели. Это то, что, о чем я беспокоюсь. А разве это не странно? Ну, я бы сказал, что странновато. Итак, Тиаре, вам это нравится? Да, это замечательно. Он отлично смотрится на вас. Вы станете единым целым с бездной. И создавайте совершенно новую историю. Это Бандрюд? Я пройду весь путь до того самого момента, когда ты спустишься последний. Когда ты испустишь последний вздох. Кто это? Ага. Извините, я в порядке. Это кто говорит? Я не пойму. Голос такой знакомый. Кажется, мне приснился плохой сон. Я не помню подробности, но... Думаю, что это было из прошлого. Хорошо, давайте держать выше и надеяться, что... поисковая группа скоро прибудет. Побег из неисследованной зоны 3.
Так, а нам, друзья, уже... Ага. У нас 2 очка способности, собственно говоря. И мы можем... Смотрите, друзья. Комбо-атака. Топор. У нас есть пещерный рейд. И создание. Еда. Друзья, что нам лучше качать? Пещерный рейд. Подняться. Рюкзак. Переместиться. Я думаю, мы, наверное, будем оружие пока что качать. Ну, не знаю. Скорее всего. Пока что, друзья, качаем оружие. У нас 2 очка способностей. Нет, погодите. Мы можем топор качать, не топором, мы просто, наверное, больше, что ли, пользуемся. Уклонение. Так, друзья, давайте мы будем идти по порядку, как бы. Пистолет только с синего свистка. Давайте мы, знаете что? Увеличить место хранения, да. Так, разблокируйте рецепты предмета. Разблокируйте рецепты тушеных блюд. Так, давайте, друзья, мы, наверное, качаем в топор и в уклонение пока что. Пока будем мы... Вот, друзья, вот эти 2 очка мы пока что качаем с вами, соответственно, в холодное оружие, короче говоря. Да, топор и уклонение. Ага, теперь 2 раза на А, 2 раза на шип и... Так, а что у нас теперь по созданию? Прыгающая скрытка. Нам нужно, друзья, теперь создание. Нам нужно сделать, ибо... Так, ну нам нужен теперь твердый камень. Так, друзья, ну смотрите. Лупи белочку. Кость животных. Отлично. Так, друзья, ну я думаю, нам нужно спускаться вниз. Так как другого выхода у нас нет. Другого выхода у нас пока что нет. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз, посмотрим сейчас, что там это. Так, ибо я не знаю еще, куда нам нужно идти.
все еще с нами. Так, друзья, а куда нам, собственно говоря, еще нужен? Да, там. Бей. Молодец, одним ударом двоих. Так, смотрите, друзья. Мы как бы нам, мы можем сюда. Вот, я лично не имею понятия, как нам отсюда выбраться. Так как, смотрите. Вверх у нас нет там ничего вверху. То есть мы не можем вверху ничего абсолютно сделать. Нет, давайте, конечно, мы еще раз посмотрим, может, я ошибаюсь. Может, мы как раз вверху и можем что-то сделать. Вот, но я лично не увидел там ничего вверху, с чем можно взаимодействовать. Ну все, у меня сломалась кирка. У меня, друзья, сломалась кирка, и мне нужно оружие. Твердый камень. Один. Нам не хватает теперь одного твердого камня. На, печальная ситуация. Так, если я кину мясо? Так, если я кину мясо вот эти вот. Они идут. Так. Нам надо, кстати, еще будет похавать. Давайте похаваем. О, сделать. О, хаб. Мы проверяли здесь раньше. Эй, есть там кто-нибудь? О, черный песок? Да, верно, я хаб. Меня попросили найти пропавших детей. Ты здесь один? Нет, есть еще один. Отлично, вы оба в безопасности. Хорошо, следуйте за мной. Я покажу вам маршрут возврата. Вот так встреча, вот это неожиданно. Говорю, вы должны быть в состоянии вернуться. Да, все будет хорошо. Тогда вам лучше поторопиться и вернуться в приют. Они ужасно беспокоятся о вас двоих. Особенно Нат и Шиги. И Джу, и Дзурио тоже. Да, нет. Дзурио был бешен. В любом случае, возвращайтесь скорее домой. И избав что-то там. Не заблудитесь в пути. Похоже, теперь мы можем вернуться домой. Я рад, что мы потерялись вместе, потому что это означает, что мы познакомились с тобой лучше. Я рад узнать, что у меня есть друг, который тоже
стремится стать белым цветком. У нас впереди еще долгий путь. Но давай сделаем это вместе. Но... У! Мы вернулись. Так, друзья, пока не забыл. У нас есть еще одно очко. Давайте мы его вкачаем в еду. Все, мы вкачали это дело в еду. Ну давай, Джурио. Здорово. Давно не виделись. А, понятно. Вы столкнулись с этим. Учитывая вашего опыта, вы, конечно, не могли соответствовать ему. Мы едва смогли убежать, но мы попали в неизведанную область и не смогли оттуда убежать. Понятно. Иди отдохни сегодня. Да. Ребята, вы пережили экстремальный опыт в этой миссии. Некоторое время я не буду давать вам задания, так что используйте свободное время для себя. Отправляйтесь в пещеры сколько хотите. Однако, я не позволю. Я не позволю действиям, которые превосходят ваше что-то там. Так, вот. А, можно даже так смотреть. Вот. Я не позволю действия, которые превосходят ваши навыки. Понятно? Да, лидер. Я буду следить за вами, когда я разрешу. Когда я решу, что вы готовы, я назначу новую миссию. Добро? Хорошо. Ах, какое облегчение. Я волновался, что даже если мы наконец-то вернемся, нас повесят голыми. Да, бывает такое. Кто еще? Мы смогли вернуться домой, потому что мы были вместе. Давай сделаем все возможное, чтобы стать белыми свистками. Давай. Понятно. Это обещание только между нами двумя. Понятно? Спасибо. Это обещание. Это будет точно. Это будет то, что я никогда не забуду. Ну, спокойной ночи. Вау, какой сюрприз, выражена нога. Привет, Тиаре. У меня есть для вас предложение. Вы хотите спуститься в бездну? Если вы сделаете, вы сможете стать пещерным рейдером. Вы будете работать над тем, что мечтали, станете белым цветком. Ваша история будет продолжена. Я хочу досмотреть вашу историю до конца. А, так, друзья, ну а на этом что? На этом я буду заканчивать. У нас уже 2 часа геймплея. Вот, в отличие от первого сюжета, мы уже ровно в 2 часа, или в 3, походу, были с врагом на втором уровне, да, или на первом. Вот, а на этом, друзья, я буду прощаться, встретимся с вами в следующей серии. Вот, а что ж такое? А, походу, что-то с управлением. А, нет, это нет. А, вот, на этом, друзья, все. Всем огромное за внимание, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все. Всем до новых встреч, друзья, всем пока.